Здравствуйте, сегодня едем в Тулу. У нас в гостях губернатор Тульской области Владимир Груздев. Владимир Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Ну, Тула, я думаю, что ассоциации мгновенно возникают у всех. Это тульский Кремль, тульские самовары, тульские пряники, белевская пастила. Есть очень, ну, тульское оружие, безусловно. То есть в Тульской области есть что посмотреть, и мне кажется, это очень хорошее место для отдыха с детьми. Ну, я хотел бы дополнить, что прежде всего Тула – это город-герой, причем это город, который получил последнее звание героя в Советском Союзе, и один из тех семи городов-героев, которые были в Российской Федерации, сейчас у нас таких городов 9, еще у нас, соответственно, добавился Севастополь и Керчь. Поэтому Тула очень интересный город, он всегда был городом, крепостью на южных подходах к Москве, и всегда вот эту функцию оборонительную выполнял, в прямом переносном этого смысле этого слова. Город 1146 года рождения, на год старше города-героя Москвы. Ну и такой, с одной стороны, старший брат, потому что старше на один год, но с другой стороны, младший, потому что город меньше, и Москва столица, и, соответственно, связей, конечно, очень много. Если вы посмотрите, кстати, на карту России, Российской империи 500-летней давности, то на территории современной Тульской области вы увидите много городов, которые уже существовали в тот момент. Это и Алексин, и Белев, и Адоев, и Венев, это и Епифань. Это вот те города, которые были созданы. Ну, история создания у каждого города своя. И Епифань, например, это купеческий город, это торговые пути, через которые проходили. Венев, Белев, Алексин – это города-крепости, которые, опять же, выполняли свою главную оборонительную функцию южных рубежей Московского княжества. Ну да, знаменитые тульские засеки, и, да, собственно, история Тулы, она обширна, и она связана с историей и нашего оружия, и, в общем-то, это славный город, который вами, испокон веков. Мы с вами не можем не вспомнить, что первое ратное поле – это поле Куликова, это тоже тульская земля, где состоялась Куликовская битва, и как раз Дмитрий Донской, вот в прошлом году мы праздновали 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, он как раз наставлял русские войска на эту битву, и сегодня мы готовимся к празднованию 635-й годовщины Куликовой битвы, которая состоится 21 сентября, идет строительство нового музейного комплекса, и вот каждый год количество людей, которые приезжают в день Куликовской битвы вот на поле Куликова, растет с каждым годом. Вот в прошлом году мы приняли за 2 дня 25 тысяч людей. Там очень интересно, потому что люди, на самом деле, очень самоорганизованы, очень много всевозможных реконструкций происходит. И, конечно, когда целые семьи приезжают в старых, таких старинных нарядах с маленькими детьми, вот, ну, прям практически с грудными, очень интересно. Приезжайте, есть на что посмотреть. Вы какие-то секреты можете раскрыть предстоящего праздника, что-то будет новое там? Ну, большое мероприятие – это строительство, конечно, нового музейного комплекса, то есть, и если на сегодняшний день у нас на самом Куликовом поле гостиничный фонд небольшой, можно разместить 50, скажем, 50 номеров, то с введением нового музейного комплекса мы расширяем в том числе и гостиничный фонд еще на 50 человек. Но большинство людей, которые приезжают, мы организуем такие, помогаем организовывать места, где как раз разбивают палаточные лагеря. Это такой, знаете, квест. И люди с удовольствием на 3-4 дня приезжают, и очень интересно. Обычно хорошая погода бывает, бывает, конечно, иногда дождик, но вообще вот в 20-х числах сентября погода еще хорошая, такое бабье лето, и тепло, с одной стороны, и красивая такая осень, и очень, очень зрелищно. Ну, я напоминаю, что наши гости, наши слушатели могут задавать нашему гостю вопросы. Давайте сначала начнем с смс-портала из Твиттера. 5533, короткий номер для ваших смс. Вначале пишите слово «Вести». Твиттер «Вести», подчеркивание «ФМ». А, наверное, после новостей середины часа мы уже будем подключать и телефон 232-1559. Что касается гостиниц. Ведь, наверное, раньше, ну, по крайней мере, москвичи и жители соседних областей рассматривали поездки в Тулу как поездки одного-двух дней. Поездки
выходного дня. Но сейчас приоритеты у людей меняются, и ведь в Тулу можно поехать и в Тульскую область для того, чтобы там отдохнуть и неделю, и две, потому что достопримечательностей достаточно, их хватит на две недели, а то и больше, я думаю, особенно если вдумчиво и тщательно их посещать. А есть ли возможности для размещения больших групп туристов, ну, я имею в виду большого числа туристов, есть ли гостиницы, ведь в Туле, в Тульской области еще и прекрасно отдыхать, отличный воздух, сосновые боры. Да, это так. И хочу сказать, что за последние 4 года количество гостиничного фонда существенно увеличилось. Ну, вообще, вы совершенно правильно, Александр, заметили, что подавляющее большинство туристов, они приезжают на день, на два. И есть что посмотреть. Это и музей Поленова, это и Ясная Поляна Толстого, куда, мне кажется, очень много. Мне кажется, что вот в Ясной Поляне на Куликовом поле каждый человек, каждый россиянин должен в своей жизни обязательно побывать. Это вот такие места силы. Но вы знаете, мне кажется, что если говорить о Ясной Поляне и о Куликовом поле, там нужно не только побывать, не только с туристическим автобусом на пару часов приехать, походить, послушать экскурсию, ехать, то нужно приехать самому, чтобы погулять, чтобы никуда не торопиться, чтобы пробыть там столько, сколько ты захочешь, и уехать тогда, когда ты захочешь. Именно это то, о чем я хотел сказать, потому что это вот места силы, где нужно просто, знаете, вот пройтись, отвлечься от нашей ежедневной суеты, просто постоять вот в тех местах, в которых создавалась история нашего государства. И это действительно исторически сильные места. Когда вы находитесь там, если вы соответствующим образом настраиваетесь, то вы получаете огромный заряд энергии, которого вам хватает, поверьте мне, не на одну неделю, а гораздо больше. Ну и, конечно, история, вот быть сопричастным к этой истории, это очень интересно. Ну, и вот мне кажется, что люди, которые приезжают и рассматривают Тулу и Тульскую область только как город для посещения на 1-2 дня, глубоко заблуждаются, потому что приехать в какой-то санаторий, который находится в Сосновом Бору, и пожить там на протяжении недели, двух недель, и при этом это можно сделать легко на собственной машине, по крайней мере, для тех, кто живет в соседних областях, объехать окрестности, посмотреть достопримечательности, опять же, не торопясь и не спеша. Это отличная возможность. Это правда. И хочу сказать, что таких мест у нас достаточно много. В основном подобного рода санатории расположены у нас по побережью реки Оки. Это Алексинский район, Заокский район. Это районы, которые находятся, скажем, в непосредственной близости от Москвы. И добраться, на самом деле, очень просто. Мы завершили реконструкцию на тульской территории трассы М2 Крым, так называемую Варшавка-Симферополька. Сейчас на территории Московской области идут работы по расширению этой трассы. До конца года они будут завершены. Трасса будет полностью освещена, она бессветофорная, не проходит ни через один населенный пункт, бесплатная. И, соответственно, добраться от Москвы до границы Тульской области можно будет от МКАДа доехать за 45-50 минут. То есть это очень удобная и безопасная трасса. И, безусловно, очень удобно в любой момент вырваться из большого города, приехать, отдохнуть и, как вы правильно заметили, походить по тем местам, которые вам будут интересны, узнать что-то новое про свою большую родину, исследуя малые города России. Ну и не могу тоже не напомнить о том, что еще одно очень достопримечательное место – Матрона Московская Себинская. Она родилась у нас в селе Себино Кимовского района Тульской области. И мы в прошлом году там открыли дом-музей Матроны Московской. К сожалению, ее родной дом был уничтожен во время Великой Отечественной войны, он сгорел. И мы восстановили дом-музей, и очень большой поток туристов, в том числе, приезжает посмотреть на родину знаменитой Матроны Московской. Ну, я сам с семьей был около полутора лет назад в Туле, и основная проблема была даже тогда уже, еще трасса не была приведена в порядок, ну, по крайней мере, окончательно не была приведена в порядок, а основная проблема была выехать из Москвы, для этого нужно выезжать или пораньше, потому что в Москве тогда были пробки, сейчас это уже в меньшей степени проблема, потому что пробок тоже стало меньше даже по будням. И добраться действительно можно на машине очень быстро. Благодаря новой реальности экономической, да, то есть меньше экономической активности, поэтому
поэтому и пробок немножко меньше. Ну, тут много факторов, я думаю, и платная парковка тоже свою роль сыграла, причем все ругали, а теперь многие говорят, я готов платить за то, что я могу проехать по Москве. Знаете, любой порядок всегда лучше, чем хаос, поэтому, когда есть понятные упорядоченные правила, и когда у вас есть возможность припарковаться даже за какие-то деньги, мне кажется, это всегда лучше, чем не иметь такой возможности вообще. Ну и вот я помню просто впечатление от приезда в Тулу, и очень хорошо, когда в какой-то город врываешься, вот не постепенно как-то к нему привыкаешь, а просто приезжаешь, сразу приезжаешь в центр, в Кремль, начинаешь общаться с людьми, и сразу замечаешь, что люди-то немножко отличаются, причем отличаются, ну я не могу сказать, что в лучшую сторону, но я могу сказать, что люди хорошие, они очень тепло относятся к детям, они говорят немножко не так, как говорят в Москве. Темп, интонации, есть какой-то еле заметный говор, и все это очень приятно, и ты ощущаешь себя как-то на родине, не знаю, это чувство, вот Тульский Кремль дает это чувство очень сильно. Да, Тульский Кремль – это один из 18 Кремлей, которые есть на территории России, мы в этом году полностью завершаем его реконструкцию, и на новых площадях, которые у нас появляются, будут открыты дополнительно 4 музея, которые посвящены как раз истории Тульской области. Это и музей самоваров, который мы хотим полностью, потому что в том музее самоваров, который есть на сегодняшний день, мы не можем представить всю экспозицию самоваров, которые есть у нас в запасниках, и, конечно, мы очень хотим, чтобы и жители области, и наши туристы могли это увидеть. Это и музей обороны Тулы, который появится тоже в расширенном составе, потому что очень много ветеранов, да вообще люди просят, хотят видеть вот историю своего края, в том числе через вот эти непростые события 70-летней давности, когда Тула, кстати, город, который никогда не был захвачен врагом. Тула практически находилась в осаде, но фактически в кольце, то есть небольшой перешеек, который соединял Тулу и, скажем, часть той территории, которая была не под немцами. И вот исторически Тульский Кремль никогда не был захвачен врагами. Тула вот в этом смысле тоже очень сильное место. И не могу, конечно, не похвастаться в хорошем смысле. 23 февраля этого года мы открыли новую экспозицию Музея оружия. Вообще Музей оружия в Туле – это самый большой в мире музей оружия, более 15 тысяч метров и почти 6 тысяч метров только экспозиционных площадей. Так вот, 23 февраля мы открыли новую современную экспозицию. Поверьте мне, что стоит приехать и посмотреть. Мы изучали лучшие музеи мира, в том числе и наши московские музеи, например, музей толерантности, я не знаю, были вы или нет, Александр, то есть очень интересно, тоже рекомендую вам посмотреть. И, конечно, вот мы смогли включить и современные экспонаты, и мультимедиа, и места, где маленькие тулики, маленькие россияне могут пособирать оружие, скажем, ну, пострелять из него. Ну, конечно, это стрельба не настоящая, электронная, но детям очень нравится. И через вот это увлечение мы показываем развитие русского оружия, то, как оно развивалось. Могу сказать, что война 812 года, 600 тысяч ружей и пушек, которыми были вооружены российские, русские войска, они были произведены тульскими оружейниками. Поэтому приглашаю вас, приезжайте, есть на что посмотреть, и поверьте мне, будете приятно удивлены, это очень качественный и очень интересный музей. Ну, думаю, что для мальчишек это настоящее раздолье. Поверьте мне, и девчонки с огромным удовольствием размахивают мечами. Ну, вот будете смеяться, но да, и вот с учетом того, что он недавно работает, я подходил ко многим семьям, спрашивал, многие приходят уже второй и третий раз, несмотря на то, что он работает там всего 3 недели. Ну, мне кажется, что нужно ехать. То есть вообще у меня изначально до эфира вопросов никаких по этому поводу не возникало, но то, что вы рассказываете, просто еще раз подтверждает, что Тульская область, она заслуживает того, чтобы провести в ней много времени и, возможно, возвращаться не один раз. Поверьте мне, вы откроете для себя
вы откроете для себя вот современную реальную Россию с элементами вот действительно той старины, которую смогли сохранить наши малые города. И вот еще раз, Москва – мегаполис, город, который вот бурлит, он все время, знаете, вот бурлит. Иногда человеку нужно просто, вот, что называется, остановиться, вдохнуть, отдышаться и пойти дальше. Вот Тульская область как раз то место, куда можно приехать и отдышаться, набраться сил и совершать новые трудовые подвиги. Ну, кстати, вы знаете, был недавно в Армении, и там совершенно неожиданно для себя в Ичмиадзине, в центре детского творчества «Грошопад», обнаруживал целую коллекцию самоваров. Я говорю, откуда у вас самовары? Ну, то есть, понятно, что они могли быть там и из России приезжали после того, как Армения была присоединена к Российской империи. Достаточно много было переселенцев, но тем не менее. Говорят, нет, просто вот нравится. У них все заставлено там самоварами просто. Какой-то такой тульский филиал прям был. Ну, вы знаете, вообще я хочу сказать, что исторически-то самовары начали производить не в Туле, а на Урале. А потом уже с учетом того, что Тула после решения Петра о создании оружейного, казенного оружейного производства в 1712 году, царь Петр издал указ о строительстве Тульского оружейного завода. В 1714 году он был построен. И вообще всегда оборонно-промышленный комплекс, он за собой подтягивал в том числе и производство товаров народного потребления. И, конечно, вот та инфраструктура, которая была в Тульской области, она позволяла в том числе вот выпускать новое, по тем временам это была новинка, и вот самовары тульские умельцы начали выпускать. И вот исторически, вот посмотрите, несмотря на то, что первое производство на Руси было на Урале, все-таки закрепилось за тульскими умельцами, потому что действительно выпускали очень качественно хорошие самовары, и, ну, только семья Баташовых одна, что стоит, да, то есть баташовские самовары, мне кажется, известны до сих пор, и они ценятся, и являются не только предметами искусства и антиквариата, но еще хорошим вложением. А сейчас есть самовары, которые произведены в наши дни, но настоящие такие, да, чтобы конечно. На дровах можно было летом на даче сесть, попить чайку? Производство осталось, хотя оно, в общем-то, как и любое производство, часть производства носит, скажем, серийный характер, и это, ну, недорогие доступные самовары стоимостью от 3 до 7 тысяч рублей, в зависимости от объема. А когда вы хотите сделать что-то такое вот эксклюзивное с большим элементом ручной работы и с какими-то, может быть, дополнительными дорогими материалами, да, конечно, такие самовары стоят дороже. Ну, Леонид Ильич Брежнев, он у нас великий охотник был, поэтому помню, что тульские мастеровые как раз вот ему на его юбилей подарили очень красивый самовар. Их два было изготовлено. Один подарили ему, второй стоит у нас в музее. Вот, поэтому можно всегда посмотреть. Приезжайте, можно заказать и сделать любой самовар. При этом можно купить самовары, которые были произведены раньше. Соответственно, их тоже восстанавливают. А сегодняшние самовары – это в основном самовары двойного назначения. То есть, это электрический самовар и дровяной одновременно. То есть, сейчас удобно, если вы хотите, то это может быть и в доме. Хотите, пожалуйста, шишками с трубой, как положено. Ну, еще хочется упомянуть о минеральных водах и лечебных торфяных грязях. Я думаю, что немногие знают, хотя такая возможность существует. Есть, в частности, бальнеологический курорт Краенка. Да, очень известная, кстати, очень хорошая вода. И в Суворовском районе Тульской области очень хорошее место с точки зрения экологии. Это как раз тоже... Вообще, Тульская область – это редколесье. То есть лесами мы не богаты, к сожалению, у нас всего 15% территории заняты лесными угодьями. Вот. А как раз вот территория Суворовского района, в том числе, где находится Краенка, это как раз места сосновые бары, такие очень, где очень хороший запах, очень хороший воздух чистый и действительно очень хорошая вода. Давайте про пряники немножко. А как же без пряников? Тулы без пряников обязательно. А пряники местные, они не как самовары с Урала, они зародились в Туле. Это я еще раз говорю, это я вам уже экскурс, что называется, в историю. Для нас, для всех все равно самовар – это тульский самовар. Я тульский самовар.
А что касается пряников, есть музей пряника, можно пряники попробовать, можно увезти с собой, причем обычно, мне кажется, набирают в огромных количествах, потому что, когда возвращаешься из Тулы, друзья, знакомые, родственники об этом знают, и по меньшей мере каждому по прянику нужно. Ну, наверное, да, то есть, ну, мне кажется, пряники у нас выпускают разные. Ну, конечно, безусловно, есть традиционный пряник с повидлом, который мы еще, что называется, помним из нашего глубокого детства. А сегодня, пожалуйста, вы можете заказать любой формы, любого размера, с любой начинкой. И вот как раз в этом году, когда мы завершим реконструкцию Кремля, у нас будут открыты торговый двор. И как раз там, в том числе, будет можно прийти и поучаствовать вместе с детьми, поучаствовать в процессе изготовления пряников. А в самой Туле что еще можно посмотреть? Ну, вот храм Благовещения Пресвятой Богородицы, старейший храм города. Вообще ведь город тоже красив, и по нему можно просто погулять с детьми и рассказать им об истории. Ну, вы знаете, если говорить только непосредственно о городе, то ну, минимум 2 дня вам нужно для того, чтобы просто пройти по Туле, посмотреть те интересные места, которые можно и нужно посмотреть. Вообще, Тульская область – это исконно православная губерния. До советские времена было больше 1000 приходов, сегодня, к сожалению, чуть меньше 200, то есть не все приходы сохранились, поэтому для людей, которые интересуются православием, конечно, посетить те храмы, которые у нас есть, которые расположены в городе Герои Туле, их очень много. Ну вот, опять же, если говорить о восстановлении храмов, то у нас идет завершение в этом году реконструкции Успенского собора в Кремле. Мы восстанавливаем в том числе алтарь, и это фактически мы сможем, он храм пока не работающий, он будет работать, будет открыт для доступа посетителей в большей степени даже как музей, потому что это храм холодный, и можно будет посмотреть ту роспись, которая была сделана более 300 лет назад. Мы в этом году ее полностью реставрируем. Вы говорите о росписи, а я сразу вспомнил про филимоновскую игрушку, потому что дети, наверное... Это надо уже ехать. Ни один ребенок не останется равнодушным. Да, это надо ехать в Адоев уже. Это примерно 50 километров от города Героя Тулы. Небольшой город. Город с интересной, со своей старинной историей, город, которому тоже более 500 лет, и действительно одно из направлений – это филимоновская игрушка. Но вот для того, чтобы можно было посмотреть, как ее изготавливаете самому, ее вылепить, в том числе в Кремле у нас будет в торговых рядах помещение, где будут как раз работать мастеровые, которые будут изготавливать филимоновскую игрушку, расписывать ее. Это можно будет принять участие даже самому и привести детей. Поверьте мне, вот потрогать для детей очень важно самому вот попробовать что-то сделать. Когда ему что подсказывают, это у ребенка вызывает, конечно, дополнительный вот интерес. Ну, тактильный контакт, глина, да. Это нужно почувствовать, и нужно, наверное, попробовать, что это сделать не так просто, потому что игрушка – игрушка. Ну, кажется, что, знаете, это кажется, что просто. На самом деле, она же, в основном, все эти игрушки, они же еще делаются как свистульки, поэтому сделать игрушку-свистульку с разным тоном, и при этом, чтобы она была интересная, красивая, и еще вот, знаете... Когда все-таки ручное изготовление от промышленного существенно отличается. Вот ты понимаешь, вот даже видишь, может быть, какую-то отсутствие, там, неполную симметрию, или где-то вот, ну, небольшой промах, когда ее расписывают. Но это все очень лично, очень так душевно. Да, и, конечно, поют эти игрушки тоже прекрасно, ведь в них можно там воду наливать, и да, тогда да. Это будут совершенно другие звуки. Да, и... да. То есть это не просто вот из кусочка глины взять, вылепить, я не знаю, там, гуся или слоненка, да, но это работа, и на самом деле это творчество, нужно даже придумывать. Губернатор Тульской области Владимир Груздев у нас в гостях. Задавайте ему свои вопросы после выпуска новостей. Звонить, правда, можно уже сейчас. Телефон в студии 232-1559, 232-1559. СМС присылайте на короткий номер 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести». Ну и про Твиттер не забывайте. Вести, подчеркивание, FM.
И сегодня говорим о Тульской области. В гостях губернатор Тульской области Владимир Груздев. А на связи по телефону 232-1559 у нас наша слушательница Александра. Александра, здравствуйте. Добрый день. Владимир, вы очень интересно представили Тульскую область. Насколько я помню, со времен войны где-то в районе города Богородицка был белокаменный дворец, в котором останавливалась Екатерина II, путешествуя из Петербурга в Малороссию. Я знала, что этот дворец тулики восстановили. Есть ли он сейчас и что о нем можете сказать? Спасибо. Да, спасибо вам большое за вопрос. Действительно, Богородицкий музей, он существует. И более того, в этом году у нас запланирована масштабная реконструкция самого парка вокруг музея, потому что это парковое пространство более 30 гектаров, и это часть фактически музейного пространства. Приезжайте, посмотрите, он у нас в хорошем состоянии, но если приедете, скажем, в августе или сентябре, вы уже увидите в том числе те работы, которые мы проведем в этом году по завершению всех работ по парку, и будет очень красивое такое, красивое место. Хотя там красиво и сейчас, но будет просто более организовано. Мы восстанавливаем все дорожки, беседки, лавочки, то есть для того, чтобы действительно было полное такое гармоничное пространство. Я, кстати, хочу, уважаемые радиослушатели, подсказать, что вообще спланировать маршрут семейного путешествия можно с помощью культурно-туристического портала. Он у нас есть на сайте правительства Тульской области, как он называется, культурный навигатор, Тула-гид-71. Поэтому, если вы зайдете, у вас такая возможность есть, вы посмотрите все наши достопримечательности, которые находятся на территории Тульской области, исторические достопримечательности. И, кроме этого, мы в прошлом году вошли в приложение «Путеводитель по России», «Топ-трип-тип». Это такое приложение, которое было разработано Министерством культуры и Федерального агентства по туризму. На самом деле, это тоже очень удобное. Им удобно пользоваться. Ну, те, кто пользуется гаджетами, очень рекомендую тоже зайти посмотреть. Ну, и, конечно, говоря о достопримечательностях исторических, нужно, конечно, вспомнить о тех возможностях, которые есть у нас с точки зрения проведения такого активного отдыха. Территория Тульской области, на территории Тульской области у нас достаточно большое количество охотхозяйств. И вот 3,5 года назад, когда я приступил к службе губернатором Тульской области, у нас территории, которая была бы свободна для общедоступной охоты, ее не было. Вот сейчас мы сформировали, как это требует российское законодательство, 20% территории Тульской области общедоступно для охоты. Пожалуйста, обращайтесь, те, кто хочет, кто занимается, увлекается охотой. Мы, пожалуйста, окажем любые, порекомендуем вам, какие охотхозяйства можно обратиться. А если вы хотите общедоступные хозяйства, наш комитет по охоте и рыболовству, приходите, покупайте разрешение на охоту в определенный период, там разная, так сказать, по разному зверю разная охота, и, соответственно, тоже можете побродить с ружьем, что называется, поохотиться. Очень популярный вид отдыха, и, конечно же, осенью это сбор грибов и ягод. Очень много москвичей, жителей Подмосковья приезжают, которые с удовольствием собирают грибы и ягоды. А, и местные жители даже готовы показать грибные места, потому что грибов завались, в отличие от ближнего Подмосковья, где все собирают, сметают просто. Ну, тоже, Александр, на самом деле, год от года, то есть, конечно, бывают грибные года, когда действительно грибов очень много. Вот прошлый год, например, был и 13-й, 14-й, такие грибные года, когда действительно грибов было много, и даже несколько было даже таких итераций, когда подходили и белые, и подосиновики, и подберезовики. Поэтому вот сам люблю, я не охотник, но вот походить, пособирать грибы, это для меня в удовольствие. С детьми еще порыбачить можно, вот тоже что. Рыбалка – это вообще отдельная история, потому что действительно очень много мест, куда можно приехать, порыбачить, провести время, и, ну, дети, для детей это тоже интересно.
Вы знаете, еще одна вещь, о которой мы не упомянули, это музей Андрея Болотова. Ведь все считают, что картошка, она в России всегда была, что это исконно русский продукт. На самом деле ее завезли из Латинской Америки, адаптировали, и вот Болотов, собственно, этим и занимался. Да, музей Болотова у нас тоже работает, что называется, в полную силу. Он расположен у нас в Заокском районе Тульской области. Это тоже район ближний к Москве. Добраться до музея Болотова тоже это 1 час, от МКАДа 1 час. Хорошая дорога, гостеприимные экскурсоводы, интересно, и всегда можно прийти, посмотреть и выпить знаменитый болотовский чай. А Дмитрий у нас на связи по телефону 232-1559. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. С семьей несколько лет назад бывали в Тульской области, и хотел спросить, изменилось ли что-нибудь с тех пор. Я имею в виду дороги, которые были в ужасном состоянии, честно говоря, под городом Белев можно было потерять машину совершенно спокойно. В общем-то, проехав от Орловской, со стороны Орловской до Калужской области по всей территории, мы видели одну и ту же картину. Это ужасные-ужасные дороги. Дмитрий, существенно изменилась ситуация. Дорога, например, Тулу-Белёв, она полностью у нас восстановлена. Это 110 километров дороги. Мы в прошлом году завершили ее восстановление. То есть нет ни ям, ни выбоин, то есть полная, безаварийная, соответствует всем стандартам дорога. По дороге, которой вы ехали, это речь, видимо, идет о дороге через Белев на Калужскую область. Это, в этом году эта дорога тоже будет завершена. Это федеральная трасса. Реконструкция этой дороги идет 3-й год. И в этом году как раз финальный завершающий этап. Дорога тоже будет соответствовать всем нормативам. Вообще хочу сказать, что за последние 3 года мы существенно привели дороги Тульской области в порядок. Ежегодно мы ремонтируем примерно 600-700 километров только региональных дорог, а вместе с муниципальными и федеральными это больше 1100 километров ежегодно. Но пока все равно, конечно, этого недостаточно. В некоторые населенные пункты, скажем, небольшие, у нас еще проблема по обеспечению качественного проезда, она пока еще, эта проблема остается, мы над ней работаем. Вот от себя могу добавить, что 1,5 года назад мест, где можно было потерять машину, я в Тульской области не обнаружил. Ну, Дмитрий, наверное, достаточно давно был, поэтому, Дмитрий, приезжайте, проверите еще раз, думаю, что будете приятно удивлены. 232-1559, Евгений на связи, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот меня интересует, что можно посмотреть в городе Алексин Тульской области. Вот. И второе, значит, планируется ли создать музей какой-нибудь с экспозицией внутри, вот, на очень красивой железнодорожной станции Рюрикова? Я там был, к сожалению, снаружи более-менее ничего, вот внутри там полная разруха. Угу. Вот весь вопрос. Да, спасибо большое, Евгений. Что касается Алексина, то Алексин – это у нас крупный промышленный районный центр, и при этом Алексинский район – это территория, как раз на которой у нас расположены наши базы, базы отдыха, санатории. Это как раз вот территория, где большое обилие сосновых лесов, река Ака, поэтому в основном, конечно, это туристический вот такой развлекательный вид отдыха, это та же охота, это те же ягоды, а посмотреть можно, есть интересные достопримечательности, районные музеи очень неплохие, они, конечно, краеведческие, они, конечно, не очень большие, но, поверьте мне, они настолько теплые и интересные, которые тоже, в посещении которых у вас останется очень хорошее впечатление. Хотелось бы еще отдельно остановиться на Белевской пастиле, потому что так коротко мы о ней уже упоминали. Я вообще в эфире очень часто пропагандирую Коломну с ее коломенской пастилой, там еще и калачи есть, но вот всегда рад, если есть разнообразие, поэтому расскажите про Белевскую пастилу. Ну, Белевская пастила – это вообще сегодня такой общеизвестный бренд, и, кстати, во многом он известен благодаря выходцам из Белева. Вот Максим Рискутов, его родители, это как раз заместитель Сергея Семеновича Собянина в Москве, который отвечает за транспорт как раз, вот его родители, они выходцы из Белева. И вот благодаря как раз
таким вот белевским выходцам, которые чего-то добились в своей жизни, они вот развивают, продолжают развивать вот известные старорусские такие бренды. Вот белевская пастила, сегодня ее можно купить, ну, практически, наверное, в любом супермаркете Центрального федерального округа, пользуется большим спросом. А весь ее основной, конечно, секрет ее в том, что она делается из настоящих яблок Антоновка. И вот вкус, то есть там не используется никаких красителей и ароматизаторов, вот все производство пастилы происходит только из натуральных продуктов, которые выращены на территории Тульской области. Ну и вообще эта пастила, надо сказать, по вкусу она не похожа на то, что мы привыкли называть пастилой. Ну, это то, что вот мы привыкли называть пастилой, это уже не совсем пастила. Вот как раз исконно русская пастила, это вот белёвская, коломенская, которую вы сказали, это другой тип производства. А то, что мы, ну, в детстве привыкли есть, это всё-таки уже, ну, скажем, такой маркетинг и массовое производство. Губернатор Тульской области Владимир Груздев у нас в гостях. Сейчас на новости прервемся, после них продолжим разговор. Ну и напоминаю, что в гостях у нас губернатор Тульской области Владимир Груздев. Про пастилу мы уже говорили, белевскую, а вот богучаровская клубника, к сожалению, сам не пробовал, только читал про нее. Могу сказать, что вот экологический туризм начинает занимать все больше и больше место в нашей жизни, и на самом деле очень много ребят-предпринимателей, фермеров, кстати, много москвичей приезжает в Тульскую область, которые начинают заниматься фермерством. Так вот, есть несколько предпринимателей, это такое крестьянско-фермерское хозяйство, которое в Богучарово выращивает клубнику и малину, причем малину и клубнику они успевают собирать за летний период 2 урожая, ну, разные сорта. И очень качественный продукт, который потом поступает тоже на полки в магазины. И просто, что называется, так и пользуется огромным спросом, дефицитный товар. Сам вот тоже, я живу недалеко там, и сам тоже вот в летний период постоянно покупаю малину и клубнику. 232-1559, телефон, у нас на связи Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я хотела бы спросить, а нельзя ли на теплоходе туркласса приплыть, собственно, из Москвы в Тулу? Вот, и посмотреть область, ну, собственно, путешествие по Оке. Ну да, спасибо, Оксана, действительно очень такой хороший вопрос. Вы знаете, к сожалению, в Тулу по Оке не попасть. Хотя вот в свое время Иван Грозный по Оке ходил в Белев. Он поднимался по Оке до Белева и потом спускался, так сказать. Ну, явно не за пастилой. Ну, не знаем. История об этом умалчивает. Может быть, и в том числе и за пастилой. Я хочу сказать, что в Белеве находились два монастыря, два самых богатых монастыря, один мужской, второй женский. Мы эти монастыри сейчас тоже восстанавливаем. К сожалению, они были полностью разрушены. Это были самые богатые монастыри. И она как раз вот Иван Грозный останавливался там, и очень красивое место, Белев 1147 года создания, такой старый тоже русский город, к сожалению, сейчас небольшой, совсем небольшой, очень немного людей там осталось, живет, и очень красиво, он стоит на такой возвышенности, внутри, внизу река Ока, очень красивый вид. Так вот, Оксан, к сожалению, Ока, она до Тулы не доходит, и по Оке попасть в сам город-герой Тулу невозможно. Но и есть вторая проблема. Ока, к сожалению, за счет того, что за последние 30 лет очень много велось жилищного строительства, судоходность Оки на сегодняшний день существенно снизилась, и уже не во все места можно пройти на теплоходе, и эта проблема, которую вот мы сейчас обсуждаем с коллегами, моими коллегами-губернаторами, по территории которых проходит Ока, это Московская область, Калужская область, и планируем выйти на федеральную программу, потому что, вот знаете, такое варварское добыча песка и существенная жилищная застройка очень сильно обмелили реку, и на сегодняшний день это становится действительно, ну, большой проблемой. А вообще хочу сказать, что, конечно, транспортные артерии гораздо дешевле с точки зрения водной транспортной артерии, гораздо дешевле, чем автомобильный железнодорожный транспорт. И доставка грузов
по водным артериям дешевле, существенно очень дешевле, чем альтернативные виды транспорта. 232-1559, Вера у нас на связи, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрый день, Вера. Я хотела бы рассказать о том, что я на протяжении нескольких лет, у меня по семейным обстоятельствам, я езжу в Тулу. И вот последнее время, наверное, с вот прошлого года, нам действительно появилось, нам с дочерью появилось, где жить в городе. Это гостиница, которая находится в самом центре, это действительно удобно, там чисто, хорошо, я не знаю, потому что в прошлые годы, когда мы там останавливались, это было просто что-то невероятное. На самом деле мы просто приезжали на один день и тут же уезжали. То есть не было даже возможности переночевать, там, я не знаю, просто провести время в городе, погулять и так далее. Сейчас это возможно, и это очень здорово. Да, спасибо, Вера. Действительно, наверное, вы останавливаетесь в гостинице «СК Рояль». Это пятизвездочная гостиница, в принципе, недорогая. То есть номер, там, стандартный номер 40 метров, достаточно большие номера. Но по сегодняшним меркам стоит не очень дорого, около 4000 рублей за сутки, включая завтрак. И могу сказать, что, Вера, вы совершенно правильно заметили, единственная возможность развития – это конкуренция. Поэтому, когда появляется конкуренция, и вот задача как раз правительства Тульской области и местных органов власти в том, чтобы как раз привлечь инвесторов в те виды бизнеса, которые позволяют нам, скажем, создать альтернативную экономику, потому что развитие микро и малого бизнеса создает устойчивость для области. Вот могу тоже привести такой пример. За 4 года мы смогли увеличить собственные доходы Тульской области на 52%. Во многом это было сделано за счет привлечения малого и среднего бизнеса, потому что даже вот сегодня, в непростые времена, бюджет Тульской области чувствует себя существенно лучше, чем бюджеты соседних областей. И это все создается благодаря трудолюбивым жителям Тульской области, тулякам. Владимир Сергеевич, про Ясную Поляну мы с вами говорили, а вот про Бежин Луг как-то пока не упоминали. Наверное, стоит сказать и про деревню Тургенева. Да, мы готовимся. Мы были одними из инициаторов как раз празднования на федеральном уровне 200-летия со дня рождения Тургенева. И тоже у нас есть планы по, скажем, наведению, приведению такой порядок, вот чтобы наши гости, как Вера, могли приехать и разместиться, и не только познакомиться с творчеством и посмотреть на красоты, но и действительно просто комфортно, приятно провести время. 232-1559, Юрий на связи, здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день, Юрий. Я знаю вас по службе в военном институте, Парамонов Юрий, начальником курса я там был. Давно слежу за вашей политической карьерой. Рад, что все у вас складывается хорошо. Спасибо, спасибо вам большое. Сегодня очень интересный рассказ. И недавно я был в Суздале, и после вот такого вашего интересного рассказа с удовольствием приеду с друзьями, семьей в Тулу и побуду там недельку. А вам всего самого лучшего, успехов в политической карьере и в подъеме Тульской области на самые высокие рубежи. Спасибо, Юрий. Спасибо большое. Спасибо вам. Ну, наверное, стоит еще упомянуть про Всеволода Руднева, командира крейсера «Варяг», и поклониться его могиле можно приехать тоже в Тульскую область. Тоже в Тульскую область. Вот видите, Александр, как много имен, которые мы знаем, которые, имена, которые известны. Руднев. Вот недавно я подписал указ и присвоил звание почетного гражданина Тульской области Зое Ивановне Воскресенской-Рыбкиной. Это великая русская советская разведчица, но и очень известная детская писательница. Поэтому Руднев – это человек, который родился на территории Тульской области, был командиром легендарного крейсера «Варяг», и уже после этих событий он возвернулся в Тульскую область. И его могила находится у нас в Заокском районе, село Савино, где у нас есть и музей, посвященный подвигу крейсера «Варяг» и самому Всеволоду Рудневу, и установлен храм в его честь.
Ну и вот вы говорили уже о трудных временах. Мне кажется, что... Новых временах. Может быть, и хорошо, что они, да, трудные, потому что они заставляют кого-то развернуться в сторону... я не говорю, что они трудные. Я говорю, что это новая реальность. Вы знаете, я могу вспомнить 2001 год. Мы мечтали тогда, чтобы там цена на нефть была там, $25. Тогда точно, так сказать, мы заживем там... как в семизвездочной стране. Уверен, что при цене $60 за баррель мы научимся жить посредством и начнем заниматься развитием малого и среднего бизнеса и создавать такую устойчивую опору во всем. Это начиная от сельского хозяйства, сферы услуг, микропроизводства. Как пример могу вам напомнить, что корпорация Boeing – это 42 тысячи малых и средних предприятий. Сама корпорация, как юридическая форма, это такое зонтичное образование. Поэтому развитие любой территории, конечно, прежде всего, возможно через развитие микро- и малого бизнеса, через людей активных, самозанятых, которые готовы брать инициативу и свою судьбу в свои руки, а не рассчитывать на чью-то большую помощь. Вот таким людям нужно помочь на старте. Дальше, поверьте мне, они создадут великие предприятия. Ну да, и мне кажется, что сейчас в эти новые времена поддерживать нужно прежде всего своих, потому что зарубежные туристы, они приедут хорошо, но у нас огромный потенциал внутреннего туризма, и нужно этот потенциал реализовывать, и ведь вот часто говорят, что отдыхать дорого за счет авиабилетов, авиаперелета, но для того, чтобы поехать отдохнуть в Тульскую область, очень многим жителям России не нужно покупать никакие авиабилеты, можно просто сесть в машину или сесть на поезд и добраться через там, час, два, три, четыре, в зависимости от того, где вы живете, вы будете на месте и прекрасно отдохнете. Да. Александр, в завершение я, конечно, еще раз приглашаю всех наших радиослушателей посетить Куликово поле, Ясную Поляну, Поленово, ну и, конечно же, сам город-герой Тулу и великолепный Тульский Кремль. Спасибо. Напоминаю, что в гостях у нас был губернатор Тульской области Владимир Груздев.